Дорогие друзья, записываю видео здесь, на этой свалке. Если кто-то смотрит все подряд и вам уже надоело, прошу прощения, но так как я с ума схожу за старый транспорт, поэтому прошу простить. И кого это интересует, наоборот, это возможность посмотреть и получить удовольствие, потому что выросло целое поколение любителей транспорта, которое видела все это только на фотографиях или же в кино и хочет с этим соприкоснуться. Конечно же, здесь очень интересно. Здесь еще есть авторемонтные мастерские, которые реанимируют вот старый транспорт и из нескольких уже убитых машин делают одну новую. Такой, ну, в кавычках, здесь новую, совсем новую уже не сделаешь. Ну, вот так, подлечат, подлечить могут машину. Здесь еще одна вот такая вот старая машина, которая работала на бензозаправочной станции. Это была сетевая «Магнат». Потом она служила, был ребрендинг, превратилась в «Гольф». Вот, огнеопасно. Машина работала долго-долго и теперь находится на заслуженном отдыхе, а может быть, в ожидании даже и ремонта. Вот, например, вот это вот такая вот будка-магазин, такие появились в Тбилиси в начале 90-х, назывались коммерческие будки, коммерческие магазины, и здесь продавали всякие мелочи. Тогда не было ни супермаркетов, ни каких-то больших сетевых красивых магазинов, обычных гастрономах ничего не было. И тогда появились первые коммерсанты, которые завозили продукты и продавали по дорогой цене, тогда, когда многие месяцами не получали зарплату. Вот тоже КамАЗ. Не в плохом состоянии. Наверное, с ним что-то тоже сделают. Сейчас в следующем видео, вот вы видите, там уже у нас появятся и другие машины. Давайте будем смотреть.